Томатная атака на Ангелу Меркель. Во время предвыборного митинга в канцлера Германии полетели помидоры. Чем закончилась эта история, знает Татьяна Лугунова. Это был рядовой предвыборный митинг христианских демократов с участием Ангелы Меркель в городе Хайдельберг. Крупные телеканалы его проигнорировали, но видео томатной атаки все равно попало в интернет. Ее на мобильные телефоны засняли присутствующие на мероприятии гости. На кадрах хорошо видно и трибуну, и Ангелу Меркель, которая вдруг как будто начинает отряхивать жакет. Что-то оттирает с блузки и стоящая рядом с канцлером ведущая. Как выяснилось позже, из толпы в Меркель швырнули помидоры. Один томат зацепил канцлера, второй попал в ведущую. Последней, кстати, досталось куда больше. Ангела Меркель пришла на мероприятие в красном жакете. И следы томатной атаки были особо и незаметны. А вот ведущая выбрала, как оказалось, неудачный белый верх. Кто бросил злосчастные помидоры, неизвестно. Полиции не удалось установить виновных. Но подозревают сторонников партии «Альтернатива для Германии». Они регулярно приходят на митинги Ангелы Меркель, свистят, улюлюкают и пытаются всячески сорвать выступление канцлера. Ангела Меркель реагирует спокойно и не обращает на это особого внимания. Так было и вчера, несмотря на томатную атаку. Канцлер, как ни в чем не бывало, провела предвыборный митинг. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».